Всем привет, с вами Гимлот, и мы продолжаем играть в игрушку The Lone Dark. И давайте загружу я своего героя, и мы посмотрим, что с ним произойдет дальше. Итак, почему-то здесь темно. Видимо, я поспал, и сейчас ночь. Рыбы здесь было светло. Ладно, что у нас есть? У нас есть что-нибудь поесть? У нас есть много чего, что можно поесть, но мы, по-моему, еще хотим пить, поэтому давайте утолим голод и заодно жажду. 250 калорий. Так, ты напился? Нет, еще хочет немного. И нам нужно поспать до утра, чтобы стало светло, чтобы мы могли уже куда-то пойти. Так, еще выпить баночку газировочки. Давайте еще выпьем баночку газировочки. Ага. Так, этого нам должно хватить, чтобы поспим еще часа 4. Осталось часов ночного времени около 3 часа еще ночи. Так, вы выживаете 2 дня, 11 часов. Да, довольно-таки темно. Я надеюсь, мне хватит калорий. Так. Не-не, подожди. Кровать. 2 часа. 3 часа, да, должно хватить. Заодно, когда мы спим, мы восстанавливаем здоровье себе. Отлично. Вроде сейчас день должен начаться. Ага. Сейчас. Он начнется, только вот. Тут туман за окном. Так, мы здесь все обыскали. Как вы помните, мы нашли себе пушку. Где она? Вот она. Но она слегка поломана. А чтобы ее починить, нам нужно еловые дрова. У нас их нет. Мы их в печку кинули. Нет, мы их вообще выложили. И металлолом. Ну ладно, будем знать. Так, гущенка. Ну, всякой всячины по мелочи. Так. Как там? Вьюга утихла. Здесь все собрали. Голод. Ладно, жажду. Вот жажду надо утолить. Плохо, у меня мало воды. Надо было снега растопить ночью. Я же этим и хотел заняться. Ладно, как там по ощущениям? Минус 32. До свидания. Похоже, мы все-таки растопим себе немножечко льда. Горючее. Да, видите, вот здесь вот написано шанс на успех. А если мы уберем горючее, тогда 52% топлива. Почти ничего не меняет. Палка. О, с палкой, видите, 72%. Давайте разожжем. А можно не деревянными, а вот этими. Деревянными лучше разжигать. Давайте. Повысим свой навык заодно. И пока мы будем всем этим заниматься, по идее, должно стать теплее. Потому что сейчас вроде как раннее утро. Давай, печечка, давай. Ты сможешь, печка. И... Да, стой. Добавить. Фу. У меня только палки, да? 30 минут. Взять факел? То есть я из этого могу делать факел? Интересно. Ну нет, я пока добавлю топливо. Так, и давайте не будем терять времени и растопим себе хотя бы 1,5 литра снега. Так, и нужно еще подкинуть дров.
Книга. Книга нам для розжига пригодится. Блин, придется это добавить. Думаю, хватит. Так, стой. Печка. Теперь надо вскипятить всю эту воду. Все, что у нас есть, варить. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Давай. Хочется есть. Ничего, потерпишь. А, 19 минут. Можно что-нибудь приготовить. Суп. Чашка кофе. Травяной чай. Нет, травяной чай. Хотя травяной чай нам восстанавливает здоровье, по-моему. Ой, не здоровье, а... калории. Поэтому давайте немножечко приготовим. Все, у нас на 5 минут. Персики мы готовить, я думаю, не будем. О, тем временем расцвело. Ладно, спасибо тебе, печечка. Мы запаслись водой. Ну, на какое-то время хватит. И сейчас нужно двигаться вперед. Давайте на всякий случай возьмем ружье. У нас всего 5 снарядов, 5 патрон. Поэтому будем осторожны. Как там? По ощущениям минус 15. А фонарь на какой? Ой, костер. Костер на четверке. Загущенка. Винтовка. Подождите. Что-то тут как-то странно все. Ладно. Или флайер все-таки в руки. Нам нужно начать добывать себе минус 22. Нифига себе на ветру. Подождите. Может быть, все-таки. Все-таки еще чуть-чуть посидим. Эй! Нормально, он это все выбросил. Какой ты, а? Я думал, ты это можешь перебирать, а ты это все выбрасываешь. Нет. Минус 37. Чё-то я пошел, блядь. Фу. А чё так резко-то похолодало? Ветер подул и все. Еще часок поспать, что ли? У нас калорий нет. Надо что-нибудь съесть. Блин. Ну, давайте сидим. Хотя собачьи консервы в лучшем состоянии. Сгущенка. Но она много калорий дает. А мне надо поспать немножечко. Давайте попьем чаю. Это, по-моему, на час 80 калорий должно хватить. 60 даже. Отдохнуть час. Отдыхаем. И... пожалуйста, пусть погода станет хорошей. Снег. Может быть, все хорошо. А, дверь, ты можешь как-то меня выпустить? Минус 26. Это очень холодно для меня. Дурацкая погода. Я не хочу сейчас есть сгущенку. Она мне дает очень много калорий. Ёлки-палки, дверь. Всё, я понял, надо вот так выходить. Минус 26. А, сейчас только раннее утро. Блин. Так до этого светлее было. Еще поспать. Давайте разломаем скамейку. У нас нет топора, к сожалению. 45 минут мы будем ломать скамейку. Долго. Полка. Ничего не можем делать с полкой. Стол. Ничего не можем. Стул. Сколько мы тебя будем ломать? Час. Круто. Скамейка. Ну, радио, естественно, не работает. Ну, давайте еще. Давайте, ладно, я попью еще воды. Блин, какой неудачный момент. И еще час.
Осталось 10 часов дневного времени. Но сейчас-то должно быть все хорошо. Скажите, что потеплело. Минус 25, да чтоб вас, а. Это все холодно, это все очень холодно для меня. Я там просто замерзну, не дойду. Но двигаться надо, потому что здесь уже... Ладно, еще час придется. Мы должны уйти с этой базы. Погода неумолима. Да елки-палки, закрой. Минус 12, а на ветру минус 23. Ну, в принципе... Давайте еще час последний, и надо будет идти. Потому что у меня калорий не остается, надо вернуться в дом. Либо найти новые домики и там что-нибудь найти, либо вернуться в дом этого зверолова. Там у меня хоть что-то есть, и там недалеко пасутся кролики. Минус 20, ладно, это еще более-менее сойдет. Идем. Идем домой. Ну или куда-нибудь. Так, заодно надо спуститься по дороге. Так, надо прижиматься к камням, чтобы было потеплее. У нас там, видите, внизу справа появляется индикатор защиты от холода. Та-там, па-па-па-пам. Наш домик где-то там. Это там. Хочется есть, ничего потерпишь. Ой. А эти сосульки я не помню. Видимо, тут была когда-то гора. Они ее срезали. А сосулька осталась. Эх, ну ничего страшного. Думаешь, сосулька? Во, рюкзак. В рюкзаке может быть что-то. О, я вижу шоколадку. Пустой. Зато... А, батончик. Батончик шоколада. О, внизу трупачок. Мы его, по-моему, обыскивали уже. Поэтому идем дальше. Так, прижимаемся. Та-т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 а. Так, аккуратненько идем. Ветер мне, по-моему, в спину дует. Нет, вроде показано, что я защищен. Поэтому идем. По ощущениям, минус 3. Вот, когда мне не дует, это хорошо. Найти бы какой-нибудь пуховик или что-то в этом духе. Ой. Ой. Ага, то есть на первую кнопку вот как раз все это заменяется. На второе ружье. Хорошо. Звук. Аккуратно. А, вот мы как раз в том доме и были. Здесь никакого мяска нет. Подождите, это знак какой-то. То есть мы не дошли до... Странно, как я это не увидел, этот вход. А вот лесосека. Я не знаю, что такое лесосека. Мне все время казалось, что это что-то неправильное. Так. Идем аккуратненько. А там что-то лежит. Рюкзачок. А рюкзачок, это значит, хороший лут может там быть. Ну как хороший? Там что-то может быть. Хороший или плохой, нам важно хоть что-то. Давай. Пустой.
Ну кто оставляет пустые рюкзаки, а? Почему никто не думает о будущих? Олень. Олень, это хорошо. Та-та-та-та-та-та-дам. Надо еще мох найти, сделать себе повязку. И я, честно говоря, немножечко не знаю, где мы идем. Где там солнце-то вообще? Тоже не знаю, где солнце. Ладно, идем. Идем здесь. Заодно поисследуем местность. Может быть, найдем что-нибудь. Олень. У нас есть, если что, ловушка для кролика. Так, надо еще не забывать собирать палочки. Да, это у нас с дровами не очень. Ветка. 10 минут. Это оно того не стоит. Я помню, чем закончились последние 10 минут. В первой части. Так, здесь я застрял. Тихо-тихо, аккуратно. Вот так, потихонечку. Сползаем. Так. Надо было спуститься к трупику, потому что там наш домик. А сейчас мы, получается, крюк какой-то делаем. Но, может быть, крюк к лучшему. Минус 7. Жить можно. Ух. Ух. Ух, сволочь. Блин, камень. Черт. Ой. Ух ты. А, нет, нет, все правильно. Я думаю, я сквозь текстуру иду. Или нет? Это ветки. Кто он так на меня сагрился? Потом его отпустило. Тихо, тихо, подождите. Я на вас хотел поохотиться. Вот эти три домика. Там может быть что-нибудь. Домики, домики. Так, ползем к домикам. Меня здесь, по-моему, в прошлый раз сожрали. Первый раз здесь волков много. Так, аккуратненько, аккуратненько. Я не знаю, меня там, по-моему, на записи иногда вообще не слышно, потому что я такой становлюсь тихий и в ожидании чего-либо. Поэтому не обессудьте, обстановка обязывает там взять палочку, конечно. Так, тем временем вьюга, по-моему, начинается. Нет, ветка, я тебе брать не буду. Вот здесь может быть топор. Вот в этом домике. Лесозаготовочная. Ну тут, ну, лесозаготовочная станция. Здесь должен быть топор. Точно. Зло, полено. Здесь ничего нет. Шиповник. Конечно, взять. Нам он наверняка пригодится. Так. Отлично. И давайте будем заходить в всякие домики. Туалеты мимо. Так, заходим. Заодно погреемся. Прицеп. Так, начинаем все лутать. Ага. И так, что это? Травяной чай. Это отлично. Так. Здесь ничего нет. Надо везде искать, везде смотреть. Так, ну-ка. Полочка давай. О, газировочка. И все. Ну, хотя бы газировочку. Газета. Ничего нету. Так, я пока лампу тратить не буду. Поэтому
Здесь вроде еще что-то видно. Так, на нижних полках ничего. Сверху ничего. Подушка. А что с ней можно? Подушку можно разорвать на ткань. Всего 6 минут. А давайте, у меня, иначе штаны порвутся. Подобрать. Надо не забирать, не забывать подбирать ткань. Так, баночка. Отлично. Полка, с ней ничего не сделать. Спальный мешок. Только раздербанить, да? Давайте. Подобрать, 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 подобрать. Видимо, это плохой спальный мешок. О! Мы, по-моему, можем попытаться починить ружье, но нам не хватает еловой. Отлично, топливо для фонаря. Мы можем попробовать починить наше ружье, но нам нужно вернуться, получается, все-таки к себе. Там есть одна еловая. Одна еловая что? Ну, в общем, чурбачок есть еловый. И с помощью него мы сможем починить. Так, здесь больше ничего нет. Вставай. Ага. Как там холод? Отогреваешься по чуть-чуть? Ведь мы там нагуляли-то много. Сейчас очень... важный момент, не напороться. Так, 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 идем, 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 идем сюда. Отлично. Что у нас здесь? Эй, еще один фонарь. Отлично. У нас целая куча фонарей. Так, ну, вроде бы... Так, не в плохом... Не в очень унылом состоянии. Блин, здесь ничего не видно. Спальный мешок только. Тушить. Тушить! Подушка, ладно, это мы посмотрим. Жилет-пуховик, отлично. Хоть что-то нашел. Он наверняка должен быть теплее. Конечно, теплее. Носить. Фу. А что мы сняли? У нас вообще что-то было вместо этого? А похоже, что и не было. Нет, подожди, давайте одежда. Нет, у нас ничего не было, мы как-то так в свитере, что ли, гуляли? Ой, жуть какая. Гуляющий в свитере в минус 32. И это только по ощущениям. Так. Пусто. Полка. Ящик. Зажгись. О, канистра. Пригодится. Тут еще все. Под кроватями. Смотрели везде. Вроде бы да. Туши. Я бы, конечно, взял бы вот с собой тряпку. 17 минут, да. Подбираем ткань. Всю ткань собрали. Вроде все. Подушка. Давай и тебя сломаем. Раз уж мы здесь, хотя нож тратится нехорошо. А ты можешь искорку пустить? Отлично. А, еще искорку. Ого, куда она улетела? Еще искорку. Ага. Тихо, ткань. Все, я думаю, пока... А, ладно, что там уж. Брать так брать. Пригодится. Искорку. Ага. Отлично. Все, все, здесь подобрали все, что могли.
и можно идти в следующий, последний вагончик. Лишь бы ночь не наступила, а то мы тут... Так. Ух, ё, погодка. Погодка еще та. Минус 11. Но уже нам, по крайней мере, чувствуется теплее. Хоть что-то одели. Но погода дрянь. У-у-у, метель воет. Ага, так, покушать. Флайер вообще, это факел. Так, давайте будем выключать. То у меня горючего не так много, а место, где оно понадобится, еще будет пусто. Это, наверное, не... Ой, древесина. Хорошо. Ничего не видно. Так, апельсиновый. Так, ну-ка. Чик-чик. Вроде ничего. Еще раз на полке. Ага. Остались только всякие подушки и спальник. Ну давайте нам... Блин, нож кончается. Нет, не хочу. А можно мне починить вот сейчас? Ремонт. А я взял с собой. Ну давайте попробуем отремонтировать. Я, по-моему, не взял с собой набор для шитья. Что, починил? Тебе удалось? На 55%. Но это намного лучше, чем ничего. А то бы развалились и что это такое. Так, и это починить. Пробуй чини. 3 часа дневного времени. Жуть какая. Придется нам здесь заночевать. Нифига не получилось починить. Это плохо. Что там у нас? Утомленность, голод, жажда. Все понятно. Сколько там прошло времени? Ух, ну времени тоже много прошло. Что это тут такое? Трава какие-то нарисованы. Ну ладно, давайте тогда остановимся пока что в этом вагончике. На этом я тогда закончу. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Все, обыскали. Посещайте сайт WP-Grom и увидимся в следующих видео.